Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав, это, наверное, будет номерная серия, потому что я хотел просто поиграть в Роба, потому что, ну, я думал стрим застримить еще, ну, вот на день позже это увидите, но что-то как-то руки не дошли, на самом деле много какой всякой информации по поводу канала, видео, блин, холода и прочего-прочего, уже хочется рассказать, какой-то подкаст еще такой грандиозный, как обычно, записать на час, но жду вот 1 числа по патронству, по поводу моды, ну, я все рассказал, он пока что работает, на самом деле, ну, по крайней мере, последняя pre-0.1.1 версия, которую мне скинул автор мода, она рабочая, она вообще красивая, классная, еще лучше, чем была, еще более оптимизированная, чем была, ну, вот сейчас патч в начале недели выйдет, и, возможно, мод перестанет работать, но это не значит, что его нельзя будет переписать, чтобы он заработал, если там не будет закрыты, конечно, те моменты, аспекты, которые с ним связаны, но я думаю, что так быстро разрабы все равно с медведями не скопится, и, возможно, автор все-таки подпилит свой мод, тем более, что он практически специально для меня переписал, ну как, из-за меня, у меня мод что-то не работал, я это еще рассказывал, когда про День Благодарения записывал видео, я ему говорю, не работает, вот хоть тресни, все делаю как надо, мод не работает. Вот, он воспроизвести причину неработости мода не смог и переписал файл там зависимости с клиентской, в общем-то, составной и заодно добавил циферки на ходбар. В общем, переписал сильно мод, чтобы он стал еще краше. Добавил атрибуты урона, массы крафта. Честно, вот если бы не этот мод, я бы никогда не узнал, сколько весит какой крафт из моих. Вот, потому что я вот, считать самостоятельно каждый блок, тем более если учесть, что без, опять же, без этого мода точно на 100% узнать, сколько ты каких блоков всунул куда, тоже невозможно, если только не записывать самостоятельно. Вот, а сейчас, возможно, это стало. Вот, поэтому, возможно, еще сколько-то месяцев мод можно будет поддерживать, пока не залатаются дыры, а может быть еще дольше. Может быть, этот мод будет стимулом таким разработчикам сделать какой-то шаг по направлению к API модов и в коопе как-то, в общении с автором мода как-то договориться, что, как это можно реализовать лучше и так далее, и так далее. Может быть, сами что-то реализуют уже. Хрен их знает. Но пока все есть, пока хочется понаслаждаться еще чуть-чуть этой классной вещью, о которой мечтал, наверное, полгода, ну, как и функции выхода из боя, может быть, ее когда-нибудь добавят, ну, в плане не функции выхода из боя, а self-destruct и переход в режим спектатора, потому что, когда играешь в платуню с кем-то, с Максом на стримах, я думаю, вы не раз, не два и не три замечали то, что вот Макс играет, или там я где-то слился, или Макс где-то слился, и ты лежишь просто как гнарь, ждешь у моря погоды, а выйти нельзя, потому что, ну, все равно ждать же платунца нужно своего, и и, в общем-то, ты лежишь мусором где-то. И тебя убить бы, блин, вот, рад бы, чтобы тебя уже добил бы кто-нибудь. Да, бой затянулся, там хилы хиляют, снайперы куста дрочат, и там еще 2-3 минуты ты лежишь, просто созерцаешь красоты местных пейзажей, которые, ну, не сказать, чтобы прям красоты. И не то чтобы пейзажи. Вот, поэтому, может быть, и запилят. Также разрабы мне вместо пресс-аккаунта денежек отсыпали. Не знаю, кто внимательный, я думаю, вы заметите, что ГЦ-шек у меня стало, ну, очень много. Это вовсе не значит, что я начну их резко там восхвалять в каждом видео и начну рассказывать, какие они замечательные и классные, ведь они мне денег дали на халяву. Нет, не будет, потому что я все-таки предпочитаю, чтобы я говорил свое мнение так, как оно есть, как оно в моей голове существует, то есть если есть за что их хвалить, я хвалю, если у меня есть конструктивная критика по поводу разработчиков, их действий, значит, у меня она есть. И так, я думаю, это будет справедливо, ну а пресс-аккаунт они в любом случае раздают, просто как бы зачем мне, ну, тем, кто снимает, просто зачем мне пресс-аккаунт, на котором я точно не буду играть, потому что у меня есть свой аккаунт уже прокачанный, где уже все построено. Я не буду перестраивать все крафты туда, зарабатывать там заново что-то или еще что-то на нем делать, а, соответственно, просто зайти, там, показать какую-то функцию, да, там, какую-то маску новую, которую разрабы добавили, а потом опять обратно идти на свой аккаунт. Это не так уж и прикольно, тем более, что, ну, как бы я могу тот декор, который они продают, нацепить, чтобы лучше видно было это непосредственно в виде 3D-модели в... Что здесь происходит? Ребят, завязывайте с этим. Это вредно для вашего здоровья, подобное поведение. Хилоблудство. Сейчас. Я думаю, почему мы бой не заканчиваем? А то там вон оказывается.
Расселись, ребята, расселись. Так, все, одного задербанило. И теперь нужно оставших. Я не понимаю, почему наши так долго с ними возятся. Они вроде даже какие-то пассивные, ничего не делают, не атакуют. Бери, убивай. Нет, что-то как-то наши хитрят. Бой затягивает. Вот представляете, вот вы где-то сейчас лежите в этом бою, в жопе просто, а ваш соплатунец вот здесь вот рубится, и неплохо было бы посмотреть, как он рубится, вот как я даже. А вы лежите там, и ничего нельзя сделать с этим. Вот функции 5 минут просто добавить, Distract and Spectrate. Да много чего можно сделать, на самом деле, в плане юзабилити. Откуда у меня прилетает сейчас? Ага, вот ты где. Ну и его не убьют, мне кажется, все. Вот сейчас вот видите, я как раз таки остался лежать. И я ничего уже не сделаю. То есть этот чувак от меня тоже вряд ли отцепится. Мы еще, может, и проиграем. Потому что наши ребята это профессионалы десятых тиров. Но, может быть, уже через пару дней выйдет все-таки ладдеры, где будут лиги. И все. Кончится эра нубов на десятых тирах, потому что можно будет баланситься на высокие, ну, может быть, баланситься по именно навыку. Вот, вот этого чувака просто вот никто не хочет даже попасть. Даже намека нет, вот чтобы вот эти вот ребята вот в кого-то. Они, блин, наземку не могут сбить. Что говорить о том, что они его не заметят. Они, смотри, заметили. Попадешь, что ли? Ну, давай. Ну, я думаю, это надолго. Последнего чувака, он может раздербанить всех. Ну, хотя бы хоть кто-то начал брать базу. И пошли залпы по этому летуну. Не, на самом деле в него хрен попадешь, потому что он двигаться-то может все-таки. Если бы он был просто яйцом без трейсеров, то его, конечно, можно было бы легче. Но он захватить не даст. Он будет там тюкать и сбивать захвата, если, конечно, ему будет вести. Но он вроде бы один раз задел. Ну-ка, еще раз сможет, не сможет. Ладно, смотрите, попали по нему. Ну, не видно там плиты. Плита есть на месте, но там, естественно, не один раз надо попасть, чтобы плиту пробить. Значит, вот в таком дизайне вполне себе плита может сыграть с регенисом. Это будет жутко раздражать. То есть пока выцеливают эти плазмы. Но это, видите, только вот если плазма только есть. Если бы были пулеметчики, они бы не дали зарегениться. Там один самый маломальский попадос, и все. Плита уже не регенится дальше. Что-то он все, что ли, там наигрался? Еще раз выхватил. Нормально его так артобстрелом устроили. Эх, рядом прошло. Ну, это, конечно, он проиграл. Не знаю почему. Может быть, у него пушки отломились, еще раз задели. Возможно, вероятно, у него СМГшки отвалились от него. И он на этом закончил свое выступление. Но он троих настрелял, в том числе и меня, так спокойно. Пока там наши вату катали, он меня затюкал, не дал победить. Ну, 20 тысяч я все-таки получил. Кстати, вот этот код на не курицу, как мне в комментах написали. Ну что, и логично. Индейка, турки — это индейка, а не курица. Ну, не знаю, она мне ассоциируется с курицей, блин. Вот, потому что для индейка для меня достаточно что-то такое, знаете, нетипичное вот для подобного вида. Для меня это курица. Может быть, в Америке больше популярна индейка, и там все едят индейку, поэтому для них она ближе. Но я, по-моему, индейку в своей жизни вообще ни разу не ел. Вот. А еще мне сказали, что вот эта вот фаршировка, она больше какую-то раковую опухоль напоминает у курицы у этой. Я абсолютно согласен, если честно, она у меня тоже весь аппетит отбивает. Серьезно, вот это вот какая-то. Я когда первый раз увидел, у меня тоже. Но весьма сомнительное, скажем так, впечатление оставило. Вот с другой стороны, аппетитнее как-то все выглядит, чем вот эта вот хрень, опухоль, выдавленная из тела. Фу, вот честно, серьезно, разработчики чем думали? Ну, может быть, все-таки тот человек, который сказал, что это она напоминает раковую опухоль, и моя фантазия, нас всего двое, а всем остальным норм. Вот, а промокод тем временем должен до конца, наверное, выходных работать, еще до понедельника, но в том плане его активировать можно, если еще кто-то не активировал. Я еще не активировал лично. Я пока что без него сижу, не знаю, просто, может быть, завтра для вас сегодня я решусь таки застримить и на стриме все-таки его заюзаю, с Максом покатаемся, а может быть и без Макса покатаюсь, просто с Максом, блин, не нафармишь на восьмерке нифига. Че там можно нафармить? Ну давайте, пойдемте босс-баттл, что ли, за босс-баттлем, коль есть такая возможность у нас.
Долго ждать не пришлось. На самом деле, на тройках это вообще же страдание. Сейчас это... Завтра, ну как завтра, не завтра, но я думаю, в начале недели как раз-таки будет первое, что будет, это изменение баланса босс-батлов, потому что, ну сейчас тройкам это просто страдание играть, потому что там, ну я когда на стриме на предыдущем же играл, ну это просто капец. Там каждый, наверное, второй бой, это бой с боссом. Что делать с боссом, тройкам? Никакого интереса вообще нет. Потому что банально ты шотишься или двушотишься на боссах и все. Что дальше-то? То есть ты же не готов к этому, особенно если новичок, я понимаю. Вот, ну, даже мне не особо интересно, не особо приятно такой расклад постоянно выхватывать было. Ну, комфорта нет никого. Хочется как-то поместиться. Я понимаю, что там еще даже на пятерках не сказать, что прям восторг у меня вызывает босс баттл, когда запиливаешь, потому что слишком уж быстро ты дохнешь. Как-то, ну, режим, конечно, прикольный, классный, но он классный именно для игры за босса, когда ты можешь всех расшотывать просто вот так чпок. А вот когда ты выхватываешь за секунду, то как-то, не знаю. Поэтому, конечно же, тройкам нужно заходить пореже. Это такое для них рандомное страдание должно быть. А для босса это должно быть редкое удовольствие, такое лицензионное педобирство, как я уже говорил. Оно не должно быть очень частым. Да что ж такое-то? Нижние пушки что-то не работают. Меня больше раздражает. Ты раздражаешь. Раздражаешь, я тебе сказал. Я попасть не могу. О, все, больше не будет раздражать. Ну, вообще много чего изменится. У меня пушки все отломились практически. На днище одна, тут две. Я могу еще проиграть очень даже типично для босса. Так, минусанул. Нужно отработать всех ребят. Осталось их четверо всего. Так, здесь вроде бы еще один был, нет? Да, был. Куда пошел? Куда пошел? Стоять. Оп-оп. Все, отколол просто весь крафт фактически с выстрела. Блин, слушайте, он мне еще одну все-таки сбил. То есть, если бы я получше стрелял, поточнее, я бы остался с еще одной пушкой, а так, блин, потерял. Так, еще тебя. Вот что я не люблю. Как анти-Макдональдс, там есть вот что я люблю, а вот что я не люблю. Давай, 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 ползи. Я просто на расслабоне играю, вообще смысла нет, напрягаться не вижу, потому что какого-то супер-мега, знаете, эпика не ощущается в конце, когда ты всех этих, как в практике, победил, ребят. То есть такое, что, блин, да, прям вообще нагнул, ай да я, ай да умбер-зубер-тайщер, вот так вот. Просто белки в глаз зарядил. Такого ощущения все равно нет, ощущение есть, что ты каких-то вот, как ботов в практике настрелял и все. И какой-то вассалос где-то остался. Это не тот, который на 20% куда-то оставался с моего попадоса. Или вассалос, это вот этот вот. Ну, точнее, на 20% это вот этот чувак был. Ну и все, 4 минуты, ищи, свищи его. А он просто свалил. Ну, слава богу. Это я тоже думал, блин, мне придется еще 4 минуты здесь бездельничать и афкашить. Потому что, ну, победить у меня нет никакого другого способа. Итого я получил 48 тысяч денег удвоенного. Не так уж и много, если честно. Я так x2-шечки позабивал. На самом деле у меня была идея, есть идея, пока я вот этот крафт сильно так не затяжелил, не переделал прям в максимум там 1500 ЦПУ. Думал, может быть, его переделать в 9-й тир. Просто, видите, там полосочка десятки прям чуть-чуть вот... Ее бы спустить вниз, и была бы девятка. То есть черные блоки тут позаменять, не знаю, там пушки на девятые переделать, ховеры на девятые поставить, и ну там соточек 500-ек где-нибудь набить девятых ТПшек, чтобы с ними не просить. Просто у меня 7400 уберов ТП, и вот вопрос. Мне их, по идее, должно вообще на всю жизнь хватить, если учесть, что вот эти тиры у меня уже можно вычесть. То есть остается только третий, четвертый, до девятый. Но на третий, четвертый там вообще это 10-20 за обновление ТПшечек уходит. Вообще фигня. Ну, на девятке может быть там 30, 40, 50. То есть даже если 100 за каждое обновление, обновление максимум раз в месяц, даже если очень смело, это 1000, ну, 1200 за год я потрачу уберов, а мне их 7000, но все равно как-то есть такое чувство подлое, что тратить уберы, а потом они закончатся, а потом, когда они закончатся, мне все равно придется зарабатывать девятые ТПшки. Правда, это будет, наверное, лет через 6 такими-то темпами.
и париться особо не требуется на самом деле, но все равно в голове-то есть осадок, что надо заработать. Ну да ладно, я думаю, не буду на этот счет запариваться. Все-таки лучше буду доделывать нормальную десятку. Сейчас пока трогать не буду. Посмотрим, что там в апдейте будет разработчиковском. Будет в плане пушек, как они будут укрепляться. Потому что, возможно, вдруг, ребят, будет какой-нибудь блок. Ну, в том плане, что сейчас пушка дает сколько там? 27 она занимает, точнее. Или сколько? 28, ну почти что я был прав. И добавить блок, который тоже будет, допустим, 28 ЦПУ занимать, но он будет укреплять эту пушку. И я просто их ими добавлюсь, догонюсь. То есть крафт у меня и так нормальный, практически ходовой, только чуть-чуть тут доработать его. Вот. И, ну, может быть, здесь сюда еще один ховер добавить, чуть-чуть расширить все-таки вот эту секцию центральную. Вот. И даже если на каждую пушку, сколько у меня их? Раз, два, 4, 7, и здесь еще тоже 4, 11, то есть 11 на 28, это еще 280 ЦПУ набросится, плюс еще один ховер, и вот получается, что из 800, там, ну, из остатка 600 у меня остается совсем чуть-чуть на доработку, по идее, плюс увеличивать просто так объем стрёмно, потому что он начинает больше весить. Я тут жопу когда навесил, я заметил, что у него жопа прям вообще по земле волочится, а нос наоборот задирается, и играть стало вообще некомфортно, то есть баланс веса, он, естественно, должен быть на крафте, чтобы играть комфортно. То есть просто навесить кучу брони с одной стороны, это неправильное решение, это не есть гуд. Но посмотрим. Я пока, наверное, трогать ничего не буду. Так вскрыл его хирургическим путем. Вот, чтобы посмотреть, что там. Нет, конечно, хотбар с цифрами с подписями, это просто вообще божественная вещь на самом деле, настолько удобно. То есть все-таки вот цифры 1, 2, 3, 4, они, да, они прям мгновенно ты на них срабатываешь, глаз. А вот дальше там, где какая из них пятая, шестая, ты уже путаешься. В том плане, что даже если на один ты... Фишка в том, когда ты видишь цифру, ты ее сразу видишь и нажал. А когда ты не видишь, ты ее интуитивно, может быть, и нажал, но, скорее всего, ты можешь ее промазать на соседнюю. То есть вместо шестерки пятерку, вместо там семерки восьмерку и так далее. В общем, интуитивность теряется. Поэтому в таком виде, конечно, ходбар просто потрясен, великолепен и убер крут. Плюс еще и масса 4000 килограмм или... Этого точка, это сотые, 4110 килограмм и 30 300 грамм. Кстати, армор почему-то криво отображается, но я думаю, что если зайти в практику и выйти, это уйдет. Но это же пре-альфа-версия мода, на самом-то деле. Точнее, как пре-альфа, пререлизная, специально для меня фактически сброшенная. Не для публичной, скажем так, публикации. Хотя, возможно, автор решил ее потом публиковать. Я не заходил на сайт, не смотрел. Но мне, по крайней мере, он ее скинул раньше всех, раньше всего. То есть, чтобы я затестил, посмотрел и при желании записал обзор на всякий случай. А тут, видите, какая кутерьма с модом. Разработчики вдруг шухернулись, и все. Я думаю, разработка не будет. Ну, хотя бы, может быть, поддерживать. Я, по крайней мере, пока совсем уже не закрыли это, хотя бы поддерживалось, чтобы... Вот, видите, 642. Да, багует у него именно, если вы что-то делаете, если что-то меняете. Но если вы заходите в бой или в практику, то ну, просто не убирается одна старый вывод. Ну, это бага ерундовая. Хила нет, щилды нет, дамаг 33 тысячи на этом крафте. Но это очень здорово. Вот такие цифры в игре я никогда не считал. Там суммарный урон на крафте или еще что-то. И это прям жутко наглядно. Дайте еще раз в практику зайду, блин, раздражает меня эта цифра. Жутко наглядно в том, что вот тебе крафт, когда два кирпича ты сравниваешь, именно по дизайну фиг сравнишь крафты на самом деле. А вот хотя бы два кирпича ты вот посмотрел, там, которые с электроплитами особенно, и ты наглядно увидел, что вот у этого крафта там 600 тысяч, 650 тысяч армора и 33 тысячи дамаги. А на крафте кирпич, который там Вася Пупкин собрал, который пяткой в грудь себя бьет, что это крафт вообще супер мега нагибающий, я по 8 фрагов каждый бой делаю. Вот, ты смотришь, у него там армора 400 тысяч и дамаги 20 тысяч. И ты понимаешь, что ну как бы разница-то есть. То есть этот крафт эффективнее, если учесть, что у него хорошо модули расположены, если он не разваливается, там нет у него каких-то мест, где куда попадаешь, он прям развалился сразу кусками. Вот. Это очень удобно, жутко удобно, я бы сказал. Но разрабы, может быть, это хороший пинок все-таки. Я надеюсь, что это будет пинок для разрабов, чтобы они шевельнулись в этом направлении и хоть что-то в этом
плане сообразили для нас. Но я думаю, что вот эту вот игровую серию масс тоже, видите, ну, это баг именно с подписью. Я просто не тестил, то есть если я это напишу, то, конечно, автор найдет причину, исправит, но есть ли сейчас в этом смысл? Это уже вопрос более актуальный. Вот. Но на этом я игровую эту серию буду заканчивать. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы на нем впервые. Да, если вам нравятся более такие спокойные, разговорные, длинные серии, то, конечно, ставьте больше лайков. Но хочу также сказать, что подобный жанр, он близок к моему доп-каналу, который есть у меня, ссылка на него есть в описании. Там видео всегда практически длинные, долгие, разговорные, размышлительные. Ну, не всегда, но не всегда спокойные. Но, тем не менее, подобный жанр все-таки для доп-канала у меня, можно сказать, разработан и действует. На этом все. Увидимся.